Брошенная в клетке на обочине оживленной дороги во Флориде милая собачка по имени Натали ходила по небольшому пространству, надеясь, что кто-нибудь ее увидит. Без еды и воды Натали начала уставать и голодать, ей нужна была помощь, и срочно. Когда прохожий в конце концов заметил Натали, они поняли, что что-то не так, поэтому предупредили общество защиты животных больницы Тампа-Бэй. Услышав эту новость, спасатели через несколько минут вышли за дверь. Когда спасатели подошли к клетке, они заметили, что Натали немного нервничает, она пряталась в углу, избегая их прикосновений. Однако, когда они освободили ее из тесного металлического ящика, то сразу же увидели, как изменилось ее настроение. Однажды в больнице для животных Натали осмотрели на наличие травм, вымыли и накормили. Все это время она получала много ласк от сотрудников, которые хотели, чтобы она чувствовала себя комфортно и в безопасности. Вскоре собака, которая раньше пряталась в углу, азартно играла со всеми, кого встречала, и при каждом удобном случае выпрашивала пощечину. Проведя всего месяц в приюте, Натали нашла свою семью навсегда. Милая собачка, которая когда-то беспокоилась, что всегда будет одна, наконец-то стала частью целого, отправилась домой, чтобы насладиться жизнью, которую она заслуживала. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.